swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up on breath. Смотрите, друзья, как небо красиво видно ночью. Казалось бы, ночь, но камера маленько улавливает. Знаешь, как бы как под водой. Ага. По-своему тоже красиво, ребят. Сколько, ребят, здесь сов летают у нас. Не знаю, что они здесь делают. 3 или 4 штуки. 3 или 4 они здесь развелись, что-то у нас. Раньше их здесь не было никогда. А в этом году прям вообще. Слышно вам? Послушайте. Друзья, всем привет! Макс, где тут у меня тут? Привет! Мы с Максом гуляем, время 10:30 ночи. Гуляем здесь ночью с малышом. Малыш, ты где? Сегодня запозднились просто с прогулкой с малышом. И вышли погулять. И снимаем сегодня ночных, так сказать, жителей. Ночной мир, да. Здесь много летают вот этих сов. Я не знаю, что это за совы такие. Мне кажется, это ушастые. Макс говорит, это вроде как ушастая сова. Вот их здесь много летает, интересно. Ты не знаешь, сколько здесь. Вот пищат, слышно вам? Тут, правда, дорога рядышком, трасса проходит, машины ездят. Но совам здесь нравится. Копать, как обычно. А? Сейчас мышка какую-то откопает. А малыш там кого-то все роет, копает. Малыш, иди покажись. Смотрите, ребята, как мы ходим здесь. Травище. У нас около дома здесь такое поле. Оно все в траве. Там даже у нас огороды идут наши. Ну, здесь вот поле. И уже начинается трасса. И мы здесь частенько гуляем с малышом ночью. Ну, когда уже вечерняя прогулка, не ночью, а вот вечером выходим. Здесь никого нет, можно погулять смело. Малыш, покажись хоть. Кого там нашел? Нашел ночного жителя? А? Это бывает, да, каких-то мышей находит. Вот им просто интересно. Здоровенную мышь нашел. Ага. Вот, ребят, хорошо, у нас фонарь вот такой, сейчас вам включу, покажу. Яркий. Как прожектор можно включить, видите? И благодаря фонарю мы вот ходим здесь, бродим. Тут есть у нас уже такие тропы наши, где мы гуляем. Вот, слышите, опять летают. О, вот где-то рядышком тут. Где-то рядышком. Вон он сидит. Сидит? Вон, видно. Ты видишь ее? Да. Где? О, ребят, сидит, смотрите. Нам повезло. Давайте-ка ее... нет, не повезло, улетела, ребят. Вон она. Вон она. Ребят, снимаем ночной мир. Сколько здесь много, да? Mm-hmm. Какое лицо интересное у него? Лицо или мордочка? Интересно, это... А? Что за сова? Ушастая? Не, не ушастая. Пытаемся вот так показать. Смотрите, как она красиво выглядывает. И пищала. Прикольно, да? Mm-hmm. Они пищат. Красавица такая. А у меня как спереди, когда поворачивается, прикольно выглядит. Как будто ушки, старушка. Ушки видишь? Комары кусают. Поворачивается. Чего летит? Большие, отвернулся от нас.